Вот с этими бумажечками идете в процедурный кабинет на вакцинацию. Гамма-2 первый компонент. Чтобы привиться от коронавирусной инфекции, достаточно иметь при себе паспорт и СНИЛС. Обязательное условие – отсутствие симптомов инфекционных и вирусных заболеваний в течение последних 14 дней. Если в этот период вы наблюдали у себя слабость, повышение температуры или боль в горле, лучше отложить процесс прививки до полного выздоровления. И только после этого записываться на вакцинацию в поликлинику по месту жительства, либо идти в мобильный пункт. Удобство мобильной вакцинации в том, что привиться может любой желающий. Место прописки и привязка к конкретному медучреждению значения не имеют. Располагаются мобильные пункты в каждом районе города и работают с 9 утра и до 3 часов дня. Актуальное расписание на любой день можно посмотреть на официальном сайте городской администрации. В том случае, если вы переболели коронавирусной инфекцией бессимптомно или диагноз COVID на момент заболевания выставлен не был, но антитела к вирусу в вашем организме есть, терапевту необходимо будет показать справку с результатом исследования, в которой указан ваш титр. Тогда вам показана прививка препаратом «Спутник Лайт». Антитела есть? Антитела есть до сих пор. У вас с собой есть? С собой, да, есть бумажка. Напомним, что QR-код после прохождения вакцинации появляется на госуслугах в течение 2 суток. Сразу после прививки на руки выдается бумажный сертификат, в том числе и в мобильных пунктах. Марина Василевская, Владимир Надькин, «Народные новости».